если быстренько. Милейшие наши гости из Китая. Я безумно люблю эту страну. И когда касается истории нашей планеты, так то я обычно говорю, вся цивилизация шла не из Древней Греции, там Рима и так далее, а Древнего Востока, моего любимого Китая. Так тихо, было, тихо, есть и будет. В нашей школе... Остановись! Перевод, да дайте же мне говорить. Да дайте перевести-то. А, я думал, меня все понимают. Конечно. Китайцев встречают радостно и гостеприимно. Хотя на подготовку было всего несколько часов. Директор 6-й гимназии Галина Лобанова, выступая с докладом на форуме в МГУ, ведущем профильном вузе, настолько заинтересовала иностранных коллег, что они скорректировали свой визит в Россию, предусмотрев визит в Ивантеевку. О грядущей встрече наши педагоги узнали только накануне вечером. Так что практически коллеги из Поднебесной наблюдают реальный образовательный процесс и получают знания. Есть такие способы определения воды, как определение по зоопланктону. I have been creating the project called measurement of physical strengths for on example of my classmates. 32 директора школы из китайской провинции Цзянсу приехали в Россию за опытом. Приглашаем вас к нам в гости, поучаствовать в наших экспедициях. 归校来考察，感觉我们 俄罗斯的乡村学校办的应该是非常有特色， 特别是它的爱国主义教育， 以及对学生的艺术教育， 给我们留下很深的印象。 В этот раз поездки именно к вам нас очень впечатляет, что у вас же Ивантеевский местный городской, это ваша гимнастика, очень сильно развивают именно дети, различные вот художественные направления. Еще через эти традиционные как-то, ну, мы посетили музей этого исторически, все через эти исторические события воспитывают дети, как они должны вести себя, любят родину, это нас просто очень впечатляет. Память гаджетов заполняется фото и видео. После занятий 6-я гимназия приглашает гостей на концерт, на котором блистают не только школьники, но и учителя. Я танцевать могу. Принципы советского образования в Китае во многом реализованы, и сейчас они оценивают, в каком направлении движется Россия в деле обучения и воспитания детей, и что можно взять из нашего на вооружение. Образование Российской Федерации, в том числе Московской области и в вашем городе, да, чтобы посмотреть сейчас уже как Российская Федерация, вчера в том, мы знаем, когда в Советский Союз, какое там образование. Хотели, что посмотреть сейчас, какое образование, что новики, что можно получиться, да, у нас, чтобы поменять опытом. И в общем, они очень похожи. Дело в том, как сейчас образование уже тоже как немножко как от Советского Союза, а китайское образование тоже когда научили советское, но очень много похож, но там тоже есть разница, да? У нас, допустим, если в классе количество как учеников много, а здесь меньше, а здесь на Японии у нас как на Японии учебное образование, да? А здесь практики на больше, чем у нас. Да. После 6-й гимназии китайскую делегацию встречает 2-я школа. Визитная карточка «Театр моды Нюанс» заставляет гостей вновь схватиться за гаджеты. А верные традициям российского балета юные артистки заставили гостей забыть о времени и о запланированной через час экскурсии в Сергиев Посад.
Побывали и на занятии в естественно-научной лаборатории. Оценили материально-техническую базу, понаблюдали за процессом конструирования. Ивантеевские учителя не сомневаются, что коллегам из Китая будет что рассказать и внедрять дома. И мечтают об ответном визите с той же целью – обмена опытом.